Покажи, где ты. Четко, да? Наби, наби, на, какая у него душа была, отвечаю. Мужчина, мужчина. Молодой, газует, уступает, дерется, говорит. Ты какой лев. Он вот так вот, добрые дела, кошку погладить, кому-то помочь, молодому пацану помочь. Так, секунду. Это группа твоя? Вы же неизвестный. Это не Омра. Можешь через него раскачать, что он всем словом кинул, кроме меня? Это не Омра. Кто не Омра? Не услышал. Это не Омра. Прикинь, брат. Все мне подходят, меня за человека не считают, все подходят, салон кидают, мне не дают, не дают, брат. Он тебя до сих пор не дал? Он до сих пор не дал. Эл, ты сильно нервничаешь? Я не особо, но нервничаю, да. Я понял, подожди, ты откуда, можешь рассказать? Казахстан. Ты из Казахстана, тебя как зовут? Баэль. Как? Баэль. Баэль. Брат, смотри, мы же тоже его братья, правильно? Да. Кинь всем салам по-братски, не только ему. Тоже со всеми поздоровайся. Ай. Валейкум салам, брат. Да, он тебя знает. Да, Наби, что ты делаешь? Ты молодишь, пацан, за тебя стоит, дрожит голос. Ты гонишь, что ли? Ой, Наби, Наби. Че, как отдыхаете? Бомба, бомба. Старшим братом. Недавно приехали? Да, слышишь, ты, пацаны с тобой сфоткаться хотят, надо сфоткаться, чтобы не тянуть. Все, телефон, давайте свой. Не-не, а, вот так падает все, да, бомба. Наоборот, свет будет. Не-не, вот так, встаньте, вот так, вот так. Сейчас сфоткаю. Он отдельно же, уцы. Он же не с ними, брат. Наби, Наби, в Анталии, все, кто хочет, чемпион хардкора. Чемпион хардкора здесь. Наби, может, ты с поездом будешь ходить? В натуре, поезд завтра мы возьмем. Поезд завтра возьмем, с поездом будем ходить. Тело когда отвечает? Не, если все плюс чат напишут, чтобы он завтра с поездом ходил, вот так гулял с поездом был, плюс чат все напишите, уцы. Да, без никого, без ничего, просто с поездом прогуляемся. Ты что пристроился там, уцы? Ты в натуре стоишь там? Он сам стал Ахи, можно с тобой тоже сфоткаться? Конечно, брат. Брат, а я, ты серьезно, что ли? Ты мой любимый стример после Лахма. Хорошо! Рамазан, брат мой, ва алейкум салам. Я как тот понял, я как тот пацанчик понял. Мой один из любимейших братьев. Что, да? Для пост, чтоб сделать. Да, тоже, ты что? Я вот сегодня наблюдаю за столько же Стамбул приехали, но не вариант встретиться. Потом наблюдаю, утром кидаете вы этот Анталия там и так далее. Думаю, где же можете вы быть? Потом сторис бассейна. Думаю, где-то в каком-то отеле. Потом этот вечером здесь. Мы же быстрые, брат, чувствуй. Как этот мультик видел, Аркадий Морозов. Эй, брат, если бы вы выкладывали такие сторисы, где явно вы можете прийти, мне кажется, нас бы вальнули бы уже давно. Да. Поэтому мы аккуратно. Никола, хоть ты меня в этой жизни поддерживай. Закинь салам Семену и Вадиму с Удмуртии. Братья, я саламы не передаю больше. Все, братва. Хватит, пожалуйста, я устал. Второй школе, шестой гимназии. Всем передач нужен. Здравствуйте, хорошо. Третьей школе, которая не существует. Только почему человек. Наби вы не просите? Наби, передавай ты привет. Кому передать привет? Кому передать привет? Чтоб ты передавал салам всем братьям. Ассаламу алейкум всем достойным братьям. Откуда? Всем достойным. А, всем достойным братьям. Да. У Лахмы своя жизнь, он же не может постоянно находиться в стриме. Ты качал, у меня реакции нет, брат. Я вот этого с первого раза забрал, это мороженое. Да, какое? Ты серьезно, ты хочешь это сейчас этот? Пойди. Нет, машину он поставил продавать, потому что ему не получилось легально ее сюда завести. Здесь же есть законы свои, по которым не получается, чтобы Лахма ездил на своей машине. Поэтому ему чисто по закону пришлось ее отправить, продать. Скорее всего, будет покупать тут, а на турецких номерах. Сейчас там общаться я могу. Да, да, пообщайся, да, с ними. Конечно, брат. Да, возьми ты по-братски, пообщайся чуть позже. Всем ассаламу алейкум. Любому ответить готов. Любому. Любого. Я вот здесь в городе Анталии. И с кем пообщаться надо будет, я пообщаюсь. Короче, для тех, кто не понимает, что на данный момент будет происходить. Бля, мужчина, вот такой свет бомбу. Да, да, да. А может сверху вот так есть? Он знает, брат, когда следит за светами. Смотри, он же лучший. Не-не-не, вот так. Вот так было лучше, да? Не-не-не, вот так было. Смотри, я рассказываю про ту ситуацию, которая на данный момент будет происходить. Ага. Наби, когда мы еще до того, как стрим запустили, ага. Наби говорит, а я хочу проверить свою реакцию с этим мороженщиком. Есть, который ага. обманывает, да, берет? Да-да-да. Вот.
Я говорю, тормози, брат, давай это чуть-чуть отложим. Тот говорит, да у тебя реакция плохая, турок. Приколись, да, наби, говорит. Он мне напрягает. Наби, говорит, ты еще, говорит, гонишь, что ли, бля? Ну, подойди сюда, я тебе, бля, сейчас на туре покажу, брат, кто решим. Есть кто. И мы решим сейчас этот момент. Да, я говорю, тормозите, пацаны, тормозите. Наебал, такого не было. И потом я говорю, оставь это на стриме, поговорим. Он говорит, давай, хорошо. И у них сейчас заруба будет. Кто кого обманет. И я считаю, что нужно какой-то интерес за это добавить. Бабки, брат. Если ты у него ловишь, ага, каждый раз, ага, ты получаешь... Эй, сколько мы его выделяем? 3 штуки лир мы тебе даем, вот серьезно? Да, 3 штуки лир это сколько? Сколько раз я должен заплатить? Это, блядь, 10 штук даже рублей. Больше, да, даже? Больше. Это больше? $100 100 баксов. Не-не-не, короче, ты понял? Смотри, это от меня. Ловишь ты? Да. Говоришь, на, руку на. Мы когда сейчас дам. Сейчас дам, брат. На. Просто, просто под пацан, видишь? Вау, тоже с хаты прибежал, брат. Да, брат, сингушетки, брат. Эй, да ты, брат. Аки, ты сингушетки бежал. Ты бы лучше сказал, пацаны, вариант, я такси вызову, вы оплатите. Клянусь Аллахом, я бы тебе оплатил бы. Я месяц вообще не понимаю. А, ты тоже недавно, да? Подожди. Наби, наби, face to face сначала. Аки, face to face. Матч уже не более, сколько матч уже сам. Матч не уважать. Ой, я колотят. Давай, 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 давай. Я колотят. Ого, ты давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Да, Зейд, у меня круг. Круг, 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 круг. Я забрал дружиться. Газ держи! Давай, давай! Давай! Let's go! Смотри, была задача забрать мороженое, ты забрал половину, он считает, что... Вот, брат, мороженое вот здесь на руках тоже осталось. Не-не-не, это не считается тебе как минус, но и ты не победил. Ты должен с мороженым... Здесь в чате говорят, что он забрал. Давай, чат... чат пишет, что забрал. Давай. Чат говорит. Хорошо, если говорят забрал, окей. Давай. Брат, ну ты чемпион, ты должен показать. Да, характер покажи, да, отцы. Я уже выиграл его, папа. А, меня шапка надо тебе. Ва алейкум ассалам. Давай, Смотрите, какую суету вы создали.
Эй, что? Понимай это. Я показывал, какую шуйку мы создали вокруг. Мы какую суету собрали здесь по-братски. Я тут самое сделал. Это не профессионал. По факту у него не получилось, да? Да, да. Ты выиграл сейчас? Конечно, выиграл, брат. Пять дай ему. После боя. Сам кидай. Face to face. Let's go. Now this body is man. Кричи, говори. Подошел, я бы мара сверя обижу. Вот и контент создается сами по-братски. Все, мы мороз закончили, ушли. Хорошего вам вечера. Спасибо, что посмотрели. Откуда вы, ребята? Откуда вы? Расскажите, пожалуйста. Ты быстро. Из Москвы? Да. Сюда долго отдыхаете? Ну, давно уже здесь? Ну, 3 дня. 3 дня вам здесь нравится? Офигенно. Серьезно? Да. А вы здесь где-то живете, рядом? Мы здесь недалеко живем. Ну, у нас тюлени и отдых. Мы прям никуда не ходим. Тюлени много? Не прям посидеть? Ну, мы никуда не ходим. А, вы не ленивые, да? Мы... Ну да. Ну, на море хоть ходили хоть раз? Ну вот мы на море только и ходим. Море на море были? Офигенно. Серьезно? Да. У меня просто, ну пока чуть-чуть, но я записываю стрим. В интернете может быть. Нет, как вас зовут? Виктория и Илья. А вас? Меня Аким зовут, очень приятно. Очень может приятно. Быть, стану популярным, потом будет на память вам. Конечно. Все хорошо. Хорошо, хорошо. А вы муж и жена, правильно же? И давно вместе? Мы приехали на медовый месяц. Вы сейчас на медовом месяце? Да. Вы сейчас поженились? Нет, у нас 8 лет. А медовый месяц как, ну, это? 8 как лет? Ханимун. А, типа его годовщину. Не было? Лучше поздно, чем никогда. Отмечаем понимаю. Годовщину. Уважение. Хорошего вам. Спасибо. Проживите, да, пока, как это, пока смерть не разлучит вас. Хорошо, до свидания. Спасибо, хорошего вам. Спасибо. Где мое мороженое? Мы смотрите, блядь, он уже тут, вы тут что забыли, пацаны? Мы собрали, я говорю. Так получилось, что это мы пацанам забрали. Ошалеть. Он объясняет, как это делать. Здесь. Понял, помогай. Локтем уйти. Андес. Сахар здесь, нет? Сахар здесь, я вчера. Он говорит, как будто как жвачку, понял? Да, это такое мороженое уйти. Она заряженная, брат. А вас кедр? Абе, питание дондурма вермисин, чужих говорят. Веребилир мисин? О, май. Оу май! С Лахмой не дружишь больше. Почему? Дружу. С Лахмой дружу, просто у него своя жизнь, у меня своя. Люди, которые считают, что мне нужно как бы стараться продолжать все такое снимать. Я первый раз стримлю, не считая там, когда с кем-то стримил. Вот. Ням-ням-ням. Я в Анталии, ням-ням-ням. Через месяц у вас всех шорт соцсетей наш брат Аким. Сомневаюсь, но спасибо. Хорошо, ладно. Тогда с воскресенья на понедельник я буду. Хорошего вечера. Ребят, хорошего вечера. И вам тоже. Будьте добры. Твой стрим, отвечаю, залетел всей душой сейчас. От души, брат. Главное, оставайся таким же человеком, а люди притянутся. А я не могу меняться. Потому что я пережил, меня Аллах испытал. Я вот сейчас вот так скажу. Меня Всевышний Аллах испытал такими вещами, я пережил богатство, бедность, болезни, трудности и многое-многое другое. И это все сделало меня сильнее. Мало кто обо мне знает, но я реально прожил непростую жизнь, короче. Поэтому даже если я стану богатым человеком, разбогатею, я останусь таким же. Брат, ты что за легенда? Жаль, что с Лахмой мало снимаете. Вы как кофе, 2 в 1. Спасибо большое. Важно было. Еще раз хорошего вам вечера. Спасибо. Будьте счастливы. Как меня найти? Да. А у вас Twitch есть? Что? Twitch да, есть. Стрим. Короче, лучшая с Лахманджу. Лучшая с Лахманджу.
я хочу сказать от себя, то, что ты делаешь, это огромная работа. И я хочу тебе сказать от себя, от души, ты красавчик. Это чисто я тебе говорю, ты это увидишь, я это знаю. Ты легенда УЦИ. Ты красавчик, то, что ты делаешь. Поэтому... А это в Инстаграме, да, подписывайтесь. Тут ссылка есть вот на Twitch. Вот тут еще ссылка есть. Давай, а еще мы, я вообще из Сочи, но живу в Стамбуле. В Москву не приезжаете? Москву, ну, я собираюсь сейчас в Москву, кстати, приходите поехать. Приходите к нам на концерты. А вы поете? Карты, да. Серьезно? А где поете? Джазовая певица, он джазовый саксофонист. Серьезно? Так, кто в Москве? Так, кто в Москве? Так, как вас зовут? Еще раз, давайте рекламу делаем. А? Виктория Каунова и Илья Морозов. Илья Морозов. Так, где вы выступаете? Мы что за музыка? В Москве. Мы скоро будем в Красноярске. Мы выступаем по всей России. Так что... То есть, ну, на джазовой тусовке. Да. Я просто в этом не шарю. Да. Ну, да. Я же, это же не обидно. Да. Нет, я в этом не шарю вообще ни капли, да? Получается, в джазовой тусовке вы одни из неплохих. Мы одни из лучших. Вы одни из лучших? Мы работаем с народными артистами по всему миру. Не серьезно? Только, да. То есть, получается, я сейчас стою и разговариваю с определенными какими-то звездами просто в мире джаза. Да? То есть, сейчас какая-то бабушка, дедушка, какой-то малой пацан, который любит слушать джаз, они он вас слушают. Увидит и да, с ума зайдет. Да. То есть, он не подойдет со мной фоткаться, подойдет к вам сразу. Да. Вы представляете? Так. Давай, я снимаю. Фотку делайте все резко. Сделайте фотку. Со звездами джаза. Фотку сделайте резко, 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 резко. Ошалеть, по-братски, сними это, как это все происходит. Быстро, быстро, сюда, сюда. Так вот это все снимаю. Папарацци. Куда смотреть? На три. Сюда. Спасибо большое. И вам тоже. Аким. Подписывайтесь, пишите, общайтесь. Когда будете в Стамбуле, я буду помогать. Вообще в Турции любой вопрос я могу решить. Я скоро приеду, кстати. Серьезно? Приезжай, я тебя встречу, проблем нету. В Стамбул приезжай. Аким. Куда, в какой город? Это Анталия. Набишка, у тебя серьезная тема для разговора. Конечно, есть, брат. Конечно. Они отвлекают за вами. Сейчас он договорит, мы поднимем одну из серьезнейших тем. Сейчас слушайте, пацаны, сейчас одна интересная. Кто хочет, записывайте этот стрим, начинайте его записывать, потому что сейчас будет серьезный легендарный качу. Разговор. Легендарнейший. Любой вопрос. Если концерт будете, мне звоните, я вас. Мировой вопрос сейчас будем поднимать. Глобальную тему. Аким, у нас глобальная тема, да. Снаби, вот встаньте рядом. Слушай, я, конечно, не хочу сейчас намаз говорить, но у вас серьезный разговор. Серьезный разговор. Но я бы, встань наверное, вместе бы не удивлялся, бы, сразу говорю. Спасибо, мы, что оставил меня. Мы пока... Ты мой брат. Аким! Вот это братский разговор. Резко меняешься, Алтин. Аким! Вот мой брат дал мне воды, оставил, видите, Наби Набиев. Наби, ой, Аким, послушай, пожалуйста, серьезный разговор. Зачем? Смотри, Наби. Сейчас. Серьезный разговор. Начинай. Всем, хватит, все, эту тему не делаем больше. Что там? С мороженым. Побраться. Нет, не с мороженым. А с чем теперь? Знаешь, что там, Амин? Я же выступаю, дерусь. Да, ты чемпион. 15 лет чемпион хардкора, да? Ты гангстер, ты чемпион. Да, да. Я знаю, что думаю. С Расулом Мирзаевым подраться. Эй, да, я хочу, чтобы ты официально сейчас сделал вызов. Знаешь, что, Шавхал чуть-чуть же вызов кинул ему, даже. Ну да. Это понятно, хайп, яру, все дела. Но Шавхал больше него, это 100%. Весь. Шавхал, Шавхал больше него. Это же есть момент такой, нет? Согласен. А Расул Мирзаев, маленький брат, он наш отец выступает. Записывайте этот стрим, выкладывайте. Смотри, смотри, не, есть такой, есть, еще раз повторяюсь, есть такой человек, лучший Аллахмаджу называется. Да. Я его лично не знаю, но еще раз говорю, он достойный брат. Вот. Он свою работу на 5 с плюсом выполняет. То, что нужно, убирает, то, что нужно, оставляет. Такой человек, правильно. Смотри, брат. Шовхал почему это сделал? Потому что он достойно зарабатывает, делает бабки. Правильно же? Да. И ты скоро, иншаллах, тоже таким же станешь медийным иншаллах. Человеком. Иншаллах. Расул Мирзаев, вообще за это мы не говорим. Он в мире спорта, ты сам знаешь. Давным-давно, с давним-давно. Он тоже большие бабки берет, наверное, не знаю. Скорее я всего, я скорее всего. И он поэтому говорит, что ты, у тебя спортивный интерес. Правильно же? Да. Ты же понимаешь, что тебе за это много денег не дадут? Да. Ты просто хочешь свое имя сделать. Да. Ну вот Расул Мирзаев, стопудово, я уверен, просто глядя на него,
он не тот человек, который ради интереса когда-то подерется. Ему нужны только бабки. Конечно. Я не думаю, он даже Шовхалом не будет драться, он испугается у цели. Не будет? Нет, конечно, он трус, брат, он не будет драться. Не будет, почему он? Потому что он больше него, даже. Да, больше него версии. А если брат, конечно, а он в его версии, он с нами ходит. Зачем ему в спорте драться с большим человеком? Поэтому он и побоится. Если бы он был бы одного веса, может быть, он и испугался бы, ты понял? Говорят, ему же предлагали бабки, без боя даже. Серьезно? Я слышал, что-то не готово, не было? Не знаю, я такого не слышал. Короче, просто сделай официальное заявление о том, что ты хочешь вызвать его на бой, а там что будет, то что будет, брат. Расул Мирзаев, ассаламу алейкум. Это официальное заявление, я хочу вызвать тебя на бой. Это просто спортивный интерес, ничего лишнего и личного, даже? Даже. Все, я вызываю как тебя на бой. Как чемпион хардкора? Как чемпион хардкора, самый молодой, 19 лет. Хочу вызвать тебя на бой. Примешь самый тебя, молодой чемпион хардкора вызывает тебя на бой. Так. Если в тебе хоть что-то есть нормальное, не считая того, что мы друзья, лах мы жесть. Поделись этим пацаном. Пускай он тебя побьет. Пускай он сделает себе бабки, деньги, имя. Помоги тебе да пацану молодому, найдут. Не будь ты этим, да? Так, он так, тебя и забьет, такой. Мы это все знаем. Ты сам знаешь, что он тебя так, побьет. Так получилось, брат, что я в твоем весовом выступаю. В твоей весовой категории Шовхал больше тебя будет на килограмму 10-15, поэтому принимай бой со мной. Я готов. Самым молодым чемпионом хардкора, еще раз повторяю, который всем доказывает, что он не зря на своем месте. На октябрь месяц, если у тебя есть желание, мужество и храбрости. Да на октябрь месяца тоже нет. Когда по кайфу, просто скажи, он готов будет. Просто когда по кайфу. Все. На любое время. Погнали. Любое время. Погнали. Газ. Завтра надо, завтра вылетим тоже. Газ. Расул Мирзаев, есть желание у тебя выскочить или нету? Он выше меня ногу бьет, прикинь. Да, брат. А ну кинь ногу. Кинь ногу. Кинь ногу на стрип. Ой, блин. Хорошо! Тихо. Лахма дома у него. И чё? Я тебе говорю, это гризли, кунг-фу гризли, уцы. Хорошо! Чё, на траве на шпагат не сядешь, не покажешь людям, да? А ну давай, да давай! Ты обойтишь, ты? Вот трава, просто покажи просто там. Просто так на шпагат не сяду я. Здесь братья просят тебя. Просто так на шпагат не сяду. Ну братья просят тебя. Хорошо. Хорошо. Уцы, это на изи все сделано, ты понимаешь, да? А ну. Они в ахера стандартно. Sorry, sorry, my brother, my sister, sorry, sorry. My дедушка, sorry. А кем пуля пишут? На баскетбольное поле можешь заскочить? Эй, пацаны, вы же играете, может там получится мяч, да? Пойдемте? Если надо, я быстро куплю этот мяч. Ну, брат, я куплю, вот же здесь продают. Брат, ты камеру держишь. И они не дадут, там отец с сыном играет. Хорош, Усманс, хорош. Да-да-да, я же... Чистый Джордан, чистый Джордан. Чистый Джордан. Ну, вы понимаете. Короче, что за момент сейчас? Наши братишки каким-то образом сейчас у этих... А на русском говорят? У этих уважаемых людей возьмут мяч на минут 5-10, да, получится? Да, постараемся. Вот. И мы, короче, покажем вам, как я, помимо того, что на шпагат сажусь, вырубаю с одного удара любого, покажу вам, как мы играем в баскетбол. Вот. Зява будет вот так кидать мячом, а я буду кидать вот так мячом. Вот. Тормози, да? Все. Футбол к вами? Да нет, ты что гонишь, а врач что ли показывает? Все правильно, все правильно. Так, короче, мы уходим на то поле. Пострим, я пойду куплю. Где мяч купить можно? Поверь, сейчас выскочу я. На, пострим, я куплю. Да нет, не надо, не надо, ты нарастишь, брат, он же не продается через дорогу. Через дорогу? Да, через дорогу, через дорогу. Продается. Продается? Да, да, да. Не, пускай молодой пацан сбегает, дай тебе карточку. Там магазин продает, по-моему. На ней ляма полтора есть? Можешь не возвращать. Мы не забираем чужое, но свое не отдаем, поэтому мы сейчас отправились, нам привезут мячик, мы поиграем просто, ну, нашим мячом и все. Все правильно. Даже пальмы вокруг, Майами, брат. Ногу кидаешь? Хорошо. А
на три кунг-фу банда в деле, я засаду человек. Они до сих пор за тобой наблюдают, старики. А, серьезно? У меня фанаты появились, вот ты. Им по 80 лет, они прикалываются с меня. Наш брат Халит будет РЛ стримы снимать? Нет. Нет. Но будет иногда рядом с нами, да? На стримах вряд ли. И что за воин дракона говорит? Катя, насчет Лахмана уже 10 раз всем ответил. Давайте мы не будем к одному и тому же возвращаться по-братски. Лахман мой брат, я с ним не ругался, он отдыхает дома, занимается своими делами. У него своя жизнь, у меня своя. Ну шоу-тайм делаешь? Делай шоу-тайм. А я его когда не делал, скажи, да. А ну, делаешь, Наби. Вали. Еще раз, еще раз. Шоу-тайм делай. Удар. Хорошо. Это что за это, не пейтесь. Посмотрите, как он делает, по-братски. Он же не просто так сидит. А ну, покажи. Тише. Это же рэпер, да, это же рэпер. Он приезжает. Мы приехали сюда, это наше гетто, понял ты? Motherfuckers. Тачки делают еще сюда. Я же в детстве прикалывался с этой темой, ты понял? Там, бля, с баскетбола, с рэповцы и всякой такой темы. Брат, ну в баскетболе ты, конечно, да, не да, так да, хорош, да, как да, моя. Не, подожди, подожди. Что за согласие? А кто тебе сказал, что ты баскетбол плохой? Я сказал, не так хорош, как Баяр. Я не сказал плохо. Я сказал, не так хорош, как Баяр. Как бы ты ни сказал, он согласился, что он не так хорош. Поэтому да, не да, говори да, так. Сумку да. Снимаешь. Я хорош во всем, брат. Короче, мы играем в стритбол сейчас. Right now, стритбол. Стритбол – это вот одна половина. Правила кто-то из вас потом расскажет. Да, да. Он расскажет. Но сейчас мы делимся на команды. После он рассказывает правила, и мы начинаем. Да, ты с нами, да? Окей. Good to stings. Короче, он тоже, походу, не один из плохих. Смотри, я сразу говорю из наглости. Вот этот пацанчик со мной. Вот он со мной. Кто второй? Ты выбирай кого второго. Я буду стримать. Нет, стримать будет... Я выбираю Наби. Погнали, брат. Да, это зря ты сделал все. Да, очень зря. Я гази взял. Ты снимай нормально. Короче, я... А, я выбираю. Иди сюда. Все, вот смотри. 4 на 4. Кто будет снимать? Мало? Sorry, you can check this video. What is your name? Bartek. Bartek, where are you from? Poland. Poland. Ah, you're Poland. I love Poland. And I love Poland fighters, you know? Короче, братва, мы здесь. Короче, рассказывай правила, иди сюда. Значит, смотрите. Мяч можно? Мяч. Значит, есть такое самое главное правило. Иди сюда, шага. Правила читайте, в команду взял. Получил мячик, у тебя есть какая-то основная нога. Вот последний раз мячик я получил, это моя основная нога. То есть после этой основной ноги можно один шаг только делать. I love Poland, ахи. I love you, you know? Больше нельзя. Тише. Да, дальше идет пробежка. Взял раз, два, три, четыре, пять, сколько ты шагов сделал вместе с мячом в руках, это пробежка. Все, дальше есть твоё видение. Я не понимаю, ну понятно, я буду делать как надо. Ничего страшного. Ага. Я в вашей команде, ничего страшного. А, да, кстати, да. Так вот, если ты вот так делаешь дриблинг и переводишь вот так мяч с руки в руки, это считается как двойное видение. Тоже неправильно. Серьезно? Все. Там только еще одна рука? Там еще много-много правил, если но вот этих двух достаточно. Короче, все. Я лично ни хера не понял, но мы начинаем. Поехали. Короче, походу мы сейчас вылетим очень сильно. It's face to face, you know? Все видно, проверяй по-братски, я тебя очень прошу. Там трудно все может быть. It's Zama time, it's Akim time. Yeah. Let's go face to face. I am best of the best, you know? Bullshit! Не смейся, да, face to face. Я вижу страх, я вижу глаза. Вижу. Ты не сможешь меня видеть. Мне подбородок смотрит, я как вижу страх в твоих глазах. Глаза смотрю, цели. По рукам. На уважение, Что ты, блядь, делаешь? Тихо, на корте все. Все. Докажем все на корте, больно. Джордан, я что, блядь, просто так Джордана хожу. Вот сейчас ты проверяешься на то, что ты стример. Ты что-нибудь видишь там? Да. Люди должны видеть. Ты снимаешь, ты видишь. Сколько тебе лет? 6,5.
Ты будешь жрать кипяжок. Снимай нас, ты понял? Вот так поближе подходи. Да, подойди ближе. Двигай за нами, понял? Двумя руками возьми, стабилизация. Да, да, вот так. Ами, ножницы, бумага. Раз, два, три. Салам алейкум. Похер, сломай. Ничего страшного, ничего страшного. Вот тут суета, вот тут реальная суета. Все видно, точно? Все точно видно, ты уверен? Чекну. Все конкретно видно. Все, снимай, как бы ты понимаешь, что нужно снимать. Сколько тебе лет? Все, то ты мой сын, я тебя сейчас съем. На уровне Хазбика снимаешься, братишка. Я Хазбик. Хазбик, уродуйте. Чейкбол, мы играем за уровень, да? Окей? Да, один из них играем. Сюда, подожди, мой брат. Так, подожди, кто из них? Сюда, сюда, брат. Лови, лови, лови. Лови, лови. Отойди. Спасибо, делай. Ходи, 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 ходи. Ходи. Ассалей. Первый гол Хази забил! Давай дальше! Мне просто нечего доказывать здесь, я умею играть, ты понимаешь? Я умею играть, просто нечего доказывать. Здесь играть не умеют, ребята. Я просто наблюдаю, если что, вдруг мне мяч приходит, я закидываю. Ты понимаешь, о чем я? Все правильно. Сейчас, малой, мы забили второй гол. Игра, снимай, как мы играем, понял? Хорошо. Это было красиво! Красиво! А? Заснял? Красавчик. Иногда подбегай, не бойся. Иногда подбегай, не бойся, понял? Братишка, все внимание на мне должно быть. Ты меня снимаешь. Ты игру не снимай. Меня снимай. Меня снимай, игру вообще не снимай. Все внимание на мне. Ты понимаешь, о чем я? Все, мужчина. Я пошутил. Они мне пас просто не дают, потому что я сам не хочу его брать. Понимаешь, о чем я? Сюда, сюда! Я забил, брат, 100%! А ты за кого? Я не знаю, брат, ты же не снял этот момент, где вот так я уроп. Ты меня не снимай, их снимай игру. Когда у меня плохо все происходит, ты меня не снимай. Да, я уже запарился, в смысле, читера взяли какого-то, с ВХ играют. Поэтому я и начал играть. Без него, я, если бы он не был в команде, я бы даже не начал играть. Читера взял. И что? И то. У тебя тоже потом дали вам читера одного. Кого? Его он брата. Он меня читера же не тронул. Тронул? Не тронул. Ну ты ему пас не давал, блядь. Tomorrow we have fun. Thank you so much, bro. Thank you for playing. Yeah. No problem. Thank you so much. What is your name, bro? Nikolai. Nikolai. Yeah. You're from Poland? Yeah. Okay. This is Twitch, you know? Yeah, I know. Twitch. It's a good night, bro. Good night. Thank you so much. Game. See you soon, bro. See you soon. Yeah. Tomorrow, okay? It's now. Hey. Что, как ты не контент, ты? А я устал играть, брат. Если честно, я тоже устал, бля. Не пить, я сегодня сколько Red Bull выпил? Штук 5? Я устал. Пойдем воды выпьем, да? Пойдем воды. Я не проголодался, я столько съел. Мне кажется, что у меня, бля, какой мокрый, посмотрите. Я вспотел, я играл в баскет. Так, всем ассаламу алейкум, кого я не видел, от кого не слышал. Всем ассаламу алейкум. Вспотели, не? Очень сильно. Гази тоже мокрый. Вот ты хорошо играешь. Я? Тормози, да. Сизе! Кисме бунта! Kesmiyor ne inanç ne antidepresan. Yalvar ya gitme buradan. Asla yaşayamam. Yaşayamam. Спасибо, спасибо. Знаете, я же, ну, это же мой первый стрим, и
мы в какой-то момент все вместе начинали бои, не бои, и рилстримы, но если кто-то знает предысторию, да, этого всего, то вы, наверное, знаете, что я один из первых, кто вообще начал, да, вот, ну, имеется в виду, кто присутствовал в стримах. И мы потом Байеру подтянули туда-сюда, но, знаете, это же мой первый стрим, он же мог, у пацана 100 с чем-то тысяч подписчиков, даже, брат? И он мог, знаете, выложить, сделать какую-то рекламу, сказать, вот мой брат стримит, заходите. Не, он не ответит никогда в жизни. Я еще Наби написал ему, чтобы вы понимали, типа, вот так сделай, выложи, чтобы Акиму зашли больше, потому что, ну, вы просто не знаете, ну, просто многие даже не знают, что я сейчас стримлю, понимаете? Вот, но я уверен, что еще достаточно людей, которые хотели бы. Он просто ответил и ничего не сделал. Понимаете? Прочитал и не ответил. Это Байера, понимаете? Я просто сейчас говорю за отношения. А когда мне звонит этот человек, я ему помогаю, он сам знает все эти моменты, сколько я помогаю. Я ему то сделал, это сейчас делаю там. Я не хочу просто это все озвучивать. Но сам факт. Отношения строятся на отношениях, братья. Поэтому, чтобы вы для себя знали, вот такой он достойный брат, который читает, не отвечая, прочитал, не ответил. Который заходит сюда, говорит, что за заварушка, понимаете? Хотя он мог бы дать поддержку. Ну, вы поняли, короче. То же самое остальные братья. Я не знаю, может, они не знают, что я стримлю, но... Я не знаю, я никого просить не хочу. Пускай это как бы... Я вот начал с нуля, и пускай это вот моя тема будет, короче. Вы поняли, братья? Добрый вечер! Добрый вечер, салам алейку! Так, алейкум салам! Как дела? Где-то так и есть. Давай, Байер, набери Байерс и скажи, что ты ему переведешь за бабки. Пускай мне рекламу сделает. Я ему наличку дам, брат. Я ему наличку дам. У меня рубли есть, брат. А у тебя наличка есть? Да. Когда приедем, отдашь ему? Да. На Байера. Что у него стоит реклама? 20 тысяч, он говорит. Да я дам ему, брат. Без проблем. Ты дашь ему 20 тысяч рублей? У меня просто рублей нету, брат. Если он закинет, дам, в Аллахе дам, брат. 20 тысяч, что стоит, дадим ему. Он возьмет эти 20 тысяч, да? Он возьмет, брат. Не, ну при чем здесь это? Это уже не братское, это чисто бизнес, уцы. Мы платим, типа пускай он делает. Он или бизнес? Не, мы его по-братски попросили, он не сделал. Пускай теперь за деньги сделает хотя бы, да? Все. Вот ей делать нечего. И ей тоже с ума сойти. Вот им что делать? Вот две неплохих тёлки идут с какими-то непонятными турками жизнь. А какой отработаем, бля? Это вначале их отработать надо, этих пацанов. Потом уже с этими тёлками что-то начинать. Маким, что он говорит? Сделай экшен режим. Ты говоришь? Экшен режим. Чтоб красиво было. Сделай нормальный режим, да. Обычный режим, да. Кошмар. Видно мне уже. Дочка, пошел. Нормально с ногами. Вуаля! Yeah, MMA, kickbox. MMA! Yeah, yeah. MMA, MMA. Yeah. He's champion, MMA. Yeah. Она со мной лишь фоткаться хотела, уцы. Со мной только девочки фоткаются. Со мной пацаны не фоткаются. Он неправильно делает, он вот так крутит, понял? А это невозможно. Правил нету. Давай, без правил, давай, let's go, Можешь за палку схватить и оторвать. Да, да. Хоба, когда успел к вам прилететь? На пацан. Оба его братишка уцы. Байра, Байра, в следующий раз с нами поедет. На 150. Вот как ты думаешь, вот это твое заявление, да, твой вызов, дойдет куда нужно? Брат, она дойдет. Вот видишь, ее будет закидывать. Она сильно, слишком сильно хайпанет, брат. Да, брат. Хочешь,
выходим. Да. Давай, брат, на связи. На связи, то и что, брат? Ты чемпион здесь, брат. Не, брат, если что, помощь какая-нибудь от нас нужна будет, ты знаешь, брат. Да-да-да, спасибо, брат. А так как тебя, они сами здесь? Вообще конкретные люди. Я думал, зазнавшиеся там не общаются, да, пофоткаемся, уйдем. Они пригласили нас гулять, сказали, с нами подсели. С ними тоже зарубиться, что ли? Как дела? Туркиш? Русский? Че ты не отвечаешь? Че говоришь? Что хочешь, брат? Как дела, брат? Да, я ему говорю, здорово, как дела? Он не ответил, я его спрашиваю, туркиш? Он говорит, нет, русский, да, говорит, прикинь. Даже не ответил. Салам алейкум. Он поэтому тебе здорово, ты сказал, не ответил. Да? Что за здорово? Базару нет. Ты как будто оскорбил его. Машалла, брат, я не знал же, брат, я не знал, думал. Эй, слышишь, послушай, дай-ка сюда. Таиландом должен один кокосовый сок выпить, не? Он, брат, не начало. Вкусный. Они новый тебе сделают, какая разница? Да, сделай да вкусный кокосовый, самый вкусный, брат. Жить а мне знаешь, что сделай, брат? Мне свежевыжатый апельсиновый сок сделай. А лед есть у тебя? Конечно. Лед добавишь мне? Сок. Большой стакан можешь сделать? Два делай. Вы будете? Ты откуда сам? Ты будешь три сделай, брат. Карты можно оплатить? Да, конечно. Все четко, брат. Сделай. Три апельсиновых сока и один. Четыре сделай, он тоже будет. Он ему не понравился. Да, эй, стошнило, брат, хреново стало жить. Всем нравится? Если нет, честно, я знаю, что это невкусно, это но я попробую. Бисмилля. Мухаммад не вечен у нас на стриме, йоу! Всем салам передайте! Ва алейкум ассалам, Мухаммад! Мухаммад, брат мой! Вообще неплохо, как молоко, брат. Чистое молоко, брат. Я просто люблю молоко. Поэтому мне понравится. Кокосово, один большой. Эй, Мухаммад спрашивает, как наши дела, брат. Альхамдулля. Все хорошо. Мухаммад. Альхамдулля, брат. Передай салам нашему достойнейшему брату, Мухаммаду Невечину. Мухаммад Невечин, ассаламу алейкум, брат. Я его знаю, брат. Аки, да? Принимал его. Наби, принимал. Это же чемпион, брат. Винди приехали, брат, за нами. Принимал его. Да. Попей, пожалуйста. Я отъехать надо просто. Кому отъехать надо? Тебе отъехать надо? Вот мы здесь толпой же есть. Это футболку осуждаем, это нефорская. Где, у тебя? Да. Бомбовый же, вот все. Это знак, знаешь, что значит? Что? Ты не знаешь, серьезно? Нет. Я тоже не знаю. Вверх, все понял. Вверх нет, типа наверх, типа наверх. Аки, старший брат, с первой встречи понял, достойный человек. А мы что, виделись, да, охренеть, брат мой? Брат, скажи мне, кто может вот так молодых пацанов развернуть, сказать, лей, братан. Вечная любовь. Прогуляемся, а так меня никто не слушает. Мухаммад, тебя я не слушаю. Мухаммад, первый открыватель этих ирл стримов, кто лучше? Скажи, с чего все это началось? Это же ты приехал, уцы, приехал к нам в Стамбул, запустил этот стрим, брат. Это так было, уцы. Вы камер боитесь? Не боитесь? Просто хочу, я веду ирл стрим сейчас, прямой эфир. Просто пообщаться, задавать вопросы, откуда вы, как вас сделать, тому подобное. Не боитесь, нормально все? Нормально. Так, вот семья стоит. Вас как зовут? Это Татьяна, а вас? Михаил, тебя? Олег. А вас? Лев, не Олег, Лев. Лев? Ну ты в натуре Лев-тигр. А вас? Мария. Мария. Вы откуда? Из Москвы. Из Москвы? Да. Вы отдыхаете? Да. Серьезно, какой день? Третий. Вам нравится здесь? Да. Серьезно? Переезжайте, собираетесь? Нет. Отдыхать только? Только отдыхать, да. А так вообще к туркам, к Турции как относитесь? Прекрасно. Максимально положительно. Отношение к вам как? Вы нам говорите правильно? Не подсказывайте. А как вам относятся здесь? Очень хорошо. Серьезно? Да, положительно. Ну, где-то пытаются обмануть немножко. Ну, не без этого, да? Не без этого как бы. Поэтому я желаю всего самого хорошего, хорошего вам отдыха. Если что, подписывайтесь. Аки Гризли в Твиче. Я скоро стану популярным человеком. Обещаю вам. Спасибо большое. Мне тут надо кое-что сделать у цех. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Как со спины узнали, что я русская? Серьезно? Да я вас и с лица, и со спины узнал, что вы русская. А как вас дела? Это прямой эфир. Но я вас не снимаю, видите, я вот так иду впереди. А вы камер боитесь? Да, смотря с каким целью. Нет, это Twitch, прямой эфир. Ага. Тут вот сейчас на данный момент... Друзей? Да. Это Инстаграм? Не, Twitch. Это там, где игроки, знаете, в прямом эфире. Они принимают, да.
мы вот играем в игры, твитчи снимаем. А это сейчас Ирл стрим. Ирл стрим — это когда ты можешь на этой же платформе запустить прямой эфир. Интересно. Вот. Так боитесь камеры или нет? Просто многим было бы интересно на вас посмотреть. Я вот с уважением здесь. Я не знаю. Да не бойтесь, я включаю. Просто задавать? Нет, почему? Мы просто будем идти общаться. Вас как зовут? Боитесь камер, да? Да? Неудобно, да? Неудобно, конечно. Серьезно? Ну давайте, быстро имя, я переключу тогда, просто имя. Катя. Вас Катя зовут? Да. Очень приятно, меня Аким зовут. Аким, очень. Будем вот так идти сюда. А вы откуда? Отсюда. Серьезно, в Турции живете? Да. А я тоже в Турции живу, знаете? Это супер. Серьезно? А сколько вы лет уже здесь? Будет 3, наверное. Нифига ну, себе. Ну, полных, если 1.5. Серьезно? Да. Прикольно. Я недавно в Россию летала туда-обратно. А как получилось так, что вы переехали? Что побудило вас? Работа. Вы здесь работаете? Ну, я работала, сейчас пока вот в поисках себя. В поисках работы. В поисках. Но продолжайте себя. Жить здесь. А, да. Понятно. А вы? А я живу в Стамбуле. Ага. Вот, супер. Работаю в компании, вот, но я не буду здесь говорить, в какой. Ага. Вот, мы занимаемся... Тоже не буду говорить чем, но мы занимаемся, я вам на ухо скажу. А, вот. Ну это как бы, это стандарт. Да, ну нет, ну... Ага, понятно. Вот так, правильно. Почему рекламу не сделаете? А нам реклама там не нужна, как бы. Замечательно, да. На самом деле Стамбул более перспективный город, чем Анталия. А вы были в Стамбуле? Была пару раз. Серьезно? Да. Вот. Но ну, Стамбул и как он? Это вообще crazy город. Это сумасшедший это город. Нравится. На каждом районе вообще своя атмосфера. Абсолютно. Да, каждый да, район. Да, и в Стамбуле нету центра. Каждый район для себя это центр. Для себя, да. А вы на азиатской стороне бывали? Я не отличаю. Я думаю, что я была где-то вот в туристических сторонах. Ну, и... в европейской части, да, больше? Не знаю. Ну, вот вообще не помню даже по районам. Просто вот... Стамбул, Стамбул. Для меня это как-то, не знаю, красивый город, да, но как-то неуютно мне там, потому что очень много людей и очень много машин. Ну, вообще какая-то жесть творится. А вы же с Москвы, да? Нет, я с Казани. С Казани? Да. Ну, Казань же, по идее, насколько я знаю, тоже большой город. А... Ну... И вы приезжаете с большого города в маленький, и вам здесь становится уютно. Анталия 2,3 миллиона или 2,5. А... Вы с учетом туристов говорите? Я не знаю, наверное, нет. А Казань 1,5. То есть это большая разница. Не сказать, да, что... 1 миллион. Хорошо, я пойду, меня там ждут. Серьезно? Да. А мы можем... Я не одна гуляю. Не, понятно. Нет, у меня... Не, понимаю, просто вот Инстаграм можно взять у вас? Инстаграм. А вдруг вот вы на меня подпишетесь, я скоро стану популярным человеком и... Нет, наверное, я думаю, не получится. Не получится, да? Ждут уже. Ладно, до свидания. Всего вам доброго. Пока. До свидания. Вот так тоже бывает, пацаны. Разочарование. Она не одна. Да, так часто бывает. Идешь, вот вроде она тебе отзывается, вроде видно, что ты ей нравишься, она веселится, смеется. И в какой-то момент неожиданно говорит, извини, я не одна. Ну, если по правде говорить, это уже она совсем не особо нужна была, короче, но просто для контента, чтобы вам чуть разнообразить. Вам же интересно, когда ты с кем-то подходишь, знакомишься, вам же это нравится. Сюжет, сюжи, блин, момент. Но мало кто об этом знает. А вот та самая семья. Вот та самая семья, счастливая семья, которая здесь 3 дня и еще, наверное, 4 где-то дня будет. Побольше. А побольше, еще 7. На 10 дней приехали. Еще. Хорошо, вам отдыха, до свидания.